вас, чтобы подать, так сказать, эфирчик сочным, прожаренным, как вы любите. Хорошо платили в доме 2. Ну, с тем, что там предоставляется еда, и еще тебе за это платят, и место, где там ты спишь, снимаешь и так далее, да, неплохо. Но я вам хочу сказать, что устаешь морально. У нее на лбу тату много смыслов. Вбейте в гугле. Ну, спасибо большое, Семок. Вот, так что мы сегодня находимся с вами у меня на даче. Мы не едим сахар. Мы едим финики. Кстати, жизнь без сахара очень даже неплохо. Вы знаете, я вот даже сегодня выпила один Red Bull с сахаром. И я как-то не очень. Я как-то перешла на финики, и вы знаете, такая вкусняшка. Мне вот даже не хочется сейчас затащить шоколад. Реально, вот 3 дня, когда продержишься без сахара, сахара больше не захочешься. Как успехи на сайте знакомств? Я же рассказала, там меня уже пригласили на свидание. В среду я иду прокалывать соски. И плюс у меня еще эпиляция. Если чувак не сольется, точнее, мужчина, давайте не будем. Мужчина, потенциально мой будущий муж, которого может по мне стать, то я думаю, что все должно пройти хорошо. Не знаю, в общем, ищем мне мужчину на Тиндере. Мне сегодня еще предложили поискать на Мамбе. Там говорят, можно прямые эфиры делать. Вот, поэтому, скорее всего, я еще на Бамбу. На Мамбе зарегистрируюсь. Блин, самое что интересное, как бы не получилось так, чтобы я там, не знаю, с каким-нибудь мужиком женатым не встретилась. Я думаю, это будет очень забавно. Так. Финики разве не с сахаром? Нет. Они же не с сахаром. Вы что, прикалываетесь? У меня для вас есть не очень хорошие новости, я хочу вам сказать. Они все-таки были с сахаром. Капец! Я съела 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фиников. Почему? А здесь написано Sugars. Шугарс — это сахар, правильно? Фибри, содум, карбохудраты. Что? Так, калориев. Alright. А сколько в 21 грамм? Нутрион факт пертридатс. Что? Калорис 60. Фэт 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. А потом пошел карбохудрат. Карбохудраты 15. Фибры что? 2Г.
6%, ничего не соображаю, что написать. Вот я не понимаю, вот мне очень интересно, да, вот продают производители финики. Вот финики. В России. Да. Продают финики в России. И все написано, смотрите, значит, тут есть английский, китайский, английский, какой-то еще английский, еще какой-то английский, еще, короче, 4 вида какого-то английского языка, не знаю, латинского, Encels, что-то там, походу, итальянский, не знаю, и даже арабский есть, а русского языка нет. Это вот как? Ты прикольная, Дом 2 не для тебя, действительно, просто. Достойно больше, чем Дом 2. Natural, delicious and energetic. Кстати, а кто-нибудь когда-нибудь ел свежие финики, интересно? Селена, ты не выходи за Ебарова. В смысле не выходи за Ебарова? Да. Чего? Страшное. Угу. Так. Аймехр. Fresh date. Rich in vitamins. Типа, богат витаминами и минералами. Good source of dietary fiber. Типа, хорошая, типа, тема для диет, для тех, кто соблюдает диету. No added sugar. No added sugar, understand? No added sugar, без добавления сахара. No added sugar. Вот это я совсем знаю, как по-английски читаться, да. Вот, видите? No added sugar, это значит без добавления сахара. Угу. И no презерватив. Чё? No презерватив? Ребят, что значит no презерватив, пожалуйста? Скажите, это финики без презервативов? Или что это такое? Я не понимаю, no презерватив, это что такое? Реально? Без сахара? No added sugar, no added sugar и no презерватив. Я не понимаю, просто, ребят, можете мне объяснить, пожалуйста, что к чему просто? Мне кажется, либо я тупенькая, либо я как-то не так считаю. Реально написано, смотрите, но презерватив. Ну да, но презервативе. Не вру, реально не вру. Не понимаю. Так, ладно, окей, дальше. Но в составе, внимание, написано, шугар 12 грамм. Это вот как? То есть без добавления сахара, но шугар 12 грамм. Надо разобраться, я думаю, надо написать, короче. Так, двое детей, ни одного отца. Хватит уже со своими финиками. Так, фейк, уходи отсюда. Я Ебарова, одна буква Г. Так, ты коллекционируешь детей. Что, Селена, наследника родишь мне... Вот-вот, говорю, у меня есть сахар, у меня муж ест 2 финика в сутки. Отлично, это фейк. А сёмок, это же, по-моему, там у мусульман очень такая лютая тема, поесть финики. Так, я ела, говорят, 2 финика в сутки очищают организм. Мне конкретно, походу, организм переочистится, просто на неделю вперед. Хватит читать состав, уже все, я не читаю состав, все, я сижу с вами, я с вами разговариваю, все хорошо, лицо блестит. Свет желтый, все как надо. Ужасный свет на лице на моем. Вот. Ебаров не видишь? Что не видишь? Так, я не Ебаров, подождите, не могу еще видеть. Мы на даче. Селена, люблю тебя. Ой, как мило. Да нет, это не Ебар. Так, я сейчас, вот знаете что? Я вот сейчас Ебарова отсюда вот этот, как его.
Удалю. Так. Не общайся с Готом, он хитро. Ты чё, голову бы давно в Ебарова уже кастрировала, если бы он тут писал. Так, всё, давай, свали с моего эфира, пожалуйста. Так, всё, я его заблокировала. Сен, ты общаешься с Юлей с пацанок? Нет, мы не общаемся. Бондарева, Настёнка, привет. Я не понимаю, как за... Не знаю. Ну, видимо, Настя слишком любит Илью. Не знаю, либо Настя слишком любит... Эту всю жизнь. Мне иногда такое впечатление, как будто Настя не за Илью выходит замуж, а просто тупо делает себе карьеру и звездность. Все. Кажется, никакой любви там и нет. Не знаю почему. А это какой-то трэш. Просто какой-то трэш. Я не понимаю этих девок. Вообще. Либо они реально... Вот настолько любит своих мужчин, что готова вот это вот все терпеть. Либо делает это все для карьеры. Больше у меня никаких объяснений нет. Я не знаю просто. Так насмотришься на отношения, на такие. Реально очень страшно жениться, выходить замуж. Тем более, что я уже была замужем. Я это тоже не понимала на тот момент. Просто любила вслепую. Очень жаль, что такое происходит. Очень. Курочка моя, хватит жрать. Все, я не ем. Только давай не жрать, а кушать. А то мы сейчас с тобой опять в гопниц превратимся. А то я хочу как-то из гопницы вырасти уже и перестать говорить на гопном языке. Так, Селена, у тебя татуаж стрел или сама рисуешь? Стрелочки сама рисую. Я на диете, так я ем вон только финики. Селена такая милая. Блин, так приятно. Спасибо большое. Привет, привет. Это я с вами без маски, между прочим, сижу. Все морщины мои видно. Ха-ха-ха. Так, дальше что там у нас? Кофта классная, где покупала? Блин, я не помню, где я ее покупала. Как выглядят финики? Вот так они выглядят, эти финики. Расскажи своим будущим парням. Что рассказать? Сколько тебе лет? 32 всем моим. Кстати, нужно написать будет в Инстаграме 32. Что мне нравится, это единственное, которое заходит без... Я не люблю, на самом деле, обманывать людей. Очень редко, когда я снимаю видео в маске. Мне как-то стыдно снимать иногда видео в маске, потому что мне кажется, что я обманываю людей. Thank you.
Ты ушла из дома 2. Да. Причем, кстати, я сегодня не наносила тональник. Я сегодня наносила только пудру. Так, чисто. Слегка. Вообще хочу привести свою кожу в идеальное состояние, чтобы вообще без масок и фильтров что-то вот как-то быть. Что будешь делать на проекте? Без проекта. Я сейчас пошла на курсы психолога. Я очень долго думала, чем я хочу заниматься. Но так как в прошлом у меня закончены курсы менеджера по подбору персонала, и, в принципе, я очень много коммуницирую с людьми и сама хочу в себе разобраться в каких-то моментах. Для себя я выбрала единственную подходящую мне профессию. Это менеджер по... психолог. Вот, и мне эта профессия больше прельщает. Мне проще. То есть, это для меня. Психолог, певица, блогер, экс-участница проекта. Буду успокаивать людей. Мне кажется, когда в доме жена психолог, это идеально. Естественно, это классно, мы тебя любим. Ну, подождите, естественно, это очень хорошо, но это не значит, что я в себе что-то не хочу поменять. У тебя татуировка? Да, у меня татуировка. И я, мне кажется, ее буду делать более ярче, наверное, все-таки. Я буду ее перебивать. Сейчас я ее буду сводить, и потом я ее перебью. Хочу сделать по-другому ее. Зачитаю рэпчик. Не сейчас. Сейчас нет настроения читать рэпчик, если честно. Классно, это красиво. Спасибо. Рэндом! Иди сюда, мой хороший. Иди сюда, мой сладкий кабачок. Иди сюда, рэндом. Рэндом. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Рэндом. Ну давай, иди сюда. Иди. Смотри, какой хряк. В общем, очень много раз спрашивали, кто у меня храпит за кадром. Это моя собака. Представь себя невестой. С чем на лбу? Ну, неправда. У меня на лбу полумесяц. У тебя, походу, шизофрения развивается, если ты видишь что-то другое. Уколы делаешь какие-то? Слушайте, я делала себе, если про лицо вы спрашиваете, я делала себе... как его? Сейчас я вам скажу. Плазмолифтинг, вот. Французик, да. Расскажи что-нибудь об Алене. Алена живет свою жизнь, как умеет, идет вперед. Пытается построить отношения, пока у нее это не получается, но у нее получается построить хорошие взаимоотношения с деньгами. Это тоже отношения, я думаю, что это неплохо. Вот. У меня Кани Корса. Кани Корса, что ты слышала такое? Взрослая женщина такие вещи пишет. Но, знаете, на самом деле уж лучше луна на лбу, чем морщины, я думаю. Так, сзади собака, да. Общаешься с Моргенштерном? Да, общаемся с Моргенштерном. Периодически переписываемся, так сказать. Но у нас мы чисто friends. Это собака тоже. Кани Корса. Моргенштерном. Чего, я не понимаю, она уже тебя
Люди узнают, подходят, расскажи. Да, на улице узнают люди, подходят. Бывает, что школьники тоже подходят. Когда подходят ко мне школьники, со мной фотографируются, я такая... Чёрт. Я там такое творила, со мной школьники после этого фоткаются. Немножко стыдновато бывает. Почему решила уйти с проекта? Уже рассказывала. Не думаю возвращаться на Дом 2. Нет. Так, желаю вам сноху, на лбу, вибе-то было. Ну, смотрите, если хорошо, ладно, но если у снохи что-то выбито на лбу, там же не выбито там послание, там пошлю там свою свекровь на 3 веселых буквы. Это, луна — это мое дело. То, что там, я не знаю, твой сын, эту женщину, там, я не знаю, приходит в разные места, вас это не смущает? Это интересно. Очень. То есть на лбу вас смущает, что вот у снохи луна набита, а то, что ваш сын ее там с ней спит в одной кровати, которого вы рожали, вас это не смущает? Или вы просто думать об этом не хотите? Так, поехали дальше. Меня трогать не нужно, будьте умнее, идите по-доброму, по-хорошему, женщина. Смотрите, женщине, может быть, хочется разобраться в себе, может быть, она что-то не так понимает, поэтому я думаю, что, возможно, ей этот эфир будет полезен. Все-таки я же публичная личность, я же специально для нее здесь нахожусь, чтобы она прокомментировала, что она думает насчет моей луны на лбу. Вы знаете, я хочу сказать то, что жизнь очень сложная штука. Вот. У кого-то вообще в глазах чернила. Вот. У меня еще вот соски проколоты, представляете себе? Я вот хочу... То есть не проколоты, пойду в среду проколоть себе соски. Вот. Что еще? Но если я вдруг буду вашей снохой... что ж... Я неплохо готовлю овсяную кашу. Ну, ты ненормальная личность. Я ненормальная личность. Привет, Вселенная, проекте тебе замена нашлась. Я начала ни с того, ни с чего за порядком на кухне смотреть. Твой труд, главное, не уважала, а сейчас выпендриться. Да пускай. Слушайте, когда я была на проекте и топила за порядок, там Безос подвязаться решил, потом кто еще? Сахнов Данил решил подвязаться, кто только не пытался у меня отжать мою идею. Ну, просто всем в итоге надоело, это пускай подвязывается, ради бога. Я без этого, знаете... Найду свое место, поэтому не как-то не расстроюсь. Мне не жалко. Знаете, человек, который способен своими руками что-то делать, он и новое придумает, поэтому... Тем более, что Яна там как-то сейчас следит за порядком на кухне, но я не скажу, что она как-то, ну, это плохо. Но на самом деле Янка, да, у нее были такие моменты, когда мы с ней очень сильно ругались по этому поводу. Она на меня, бывает, кричала за то, что, типа, я за нее докапывалась, когда она ходила и в обуви, и когда за собой не убирала, не мыла. Ну, может быть, у человека... Поменялось сознание, может, оно стало более пониманием относиться. Люди же все-таки взрослеют, как-никак. Как не знаю, ты мой фаворит. Я твой фаворит? Ты моя дорогая. Просто я послушала, что-то я мне что-то показала, что ты написала, типа, что я какая-то ненормальная личность.
Насколько плохое у тебя зрение, Селена? Ты планируешь сделать операцию? В Краснодаре хорошая клиника. Да, я хотела бы сделать операцию на зрение. У меня достаточно плохое зрение. У меня минус 8,5 и минус 10. Поэтому я, наверное, да, буду делать. Я попала в очень сильную аварию, где, к сожалению, у меня пострадало зрение и нос. Мне было тогда 10 лет. Когда второй сеанс на удаление тату? 17 ноября. Зачем соски прокалывать? Мне интересно, что такое какого-то и соски. Все пишут, что я ненормальная личность. Знаете, нет нормальных личностей и нет ненормальных личностей. Понятие нормальной и ненормальной личности существует у каждого личного мозга, я вам хочу сказать. Ты мусульманка? Да, я мусульманка. Больно лазером убирать татушку. Ну, ощутимо. Мне понравилось, я не знаю почему. Привет, Селена, привет. Красивая, спасибо. Ты классная, ищи такую подругу, как ты, спасибо. Ты очень милый, желаю тебе всего самого хорошего, очень нравится, следи за твоим аккаунтом. Ой, как приятно. Пишите почаще мне такие вещи, пожалуйста. Когда полностью удалится тату? Мне сказали 3-4 сеанса. Раньше лучше было. Раньше лучше было что? Я из Казахстана, город Астана. Кто есть? Ой, я знаю Астану, я была в Астане. Очень классный, ну, не скажу, что классный город. Астана такой своеобразный город. Зимой там очень холодно, потому что он какой-то каменный, какой-то безжизненный, мне такое ощущение. В Алмате мне больше нравится, конечно, чем в Астане. Но русская. Ну, я русская. Русская мусульманка не бывает? Или нет? Родилась-то я в России. Мусульманка, по-моему, это по вере, нет? Не бывает вроде? Не знаю. Или бывает? Нет, такого не бывает. Бывает. Вот видите, кто-то бывает. Селен, как быть? Я поцеловалась с человеком, имея молодого человека. Что хочу тебе сказать? Значит, не так сильно ты любишь своего молодого человека, раз с другим человеком поцеловалась. Задумайся об этом. Нужен ли тебе твой мужчина? В кого ты веришь? Всевышнего? Ребят, начались разговоры про веру. Я не хочу этого. Сейчас начнется разбиралово вот это, и это очень надолго. Это очень такие темы личные, я считаю. Использовать можно бесконечно просто. Но ислам мне ближе религия, конечно, чем христианство, чем православие.
Леночка, как ты думаешь, почему мужчины в наше время выбирают больше стерв, чем обычных женщин с добрым характером, которые пылинки с мужчины сдувают? Я вам хочу сказать, что и стервам мужчины изменяют. С этими женщинами, которые пылинки сдувают. Поэтому нужно всегда быть разной. Сегодня ты стерва, завтра ты женщина с добрым характером. Чередовать. А все разве женщины в исламе носят платок? Да, я не соблюдаю диету, я просто не борщу с простыми углеводами. Я девушка вообще-то, ищу жену для своего мужа. О, как. А что так решили? Неожиданно. Я мусульманка, не ношу платок. Вот видите. А ты больше какая, стерва или женщина с добрым характером? Я всегда разная. Каждый раз, когда мужчина возвращается домой, для него это большой сюрприз. Кто же сегодня его встретит? Покладистая кошечка или дикая кошка? Так что нужно быть всегда разной, девчонки. Постоянно быть в одном монотонном характере, ну, как бы, я не рекомендую никому. Мужчинам это быстро надоедает. Я так думаю, я так считаю. Вот поэтому у меня мужика и нет. Что не знает, кому идет, но я шучу. Но вот видите, даже смотрите, мы возьмем ситуацию Насти и Никиты. Вот вроде бы Настя хорошая, красивая девушка, худенькая, все при ней, да, то есть мама у нее там, ну, и она сама по себе такой человек, да, то есть такая добрая, вроде бы такая порядочная, да, вот общается там, мур-мур-мур, да-да-да, там, мяу-мяу-мяу, да. И как бы и все равно, видите, не смогли они с Никитой ужиться. Настя Голд, да, вот тоже вроде бы она такая неплохая девчонка, а все равно, видите, какая ситуация. Анька Левченко, тоже хорошая девка, тоже, видите, не получается. Поэтому здесь, понимаете, нужно смотреть от мужчин, ну, как бы, какой вам мужчина попадается. Если вы им нормально, у вас все хорошо, то как бы, ну, это просто либо два человека совпадают, либо нет. А семьи, как можно уже считать не мусульманками? Они называют себя мусульманками, но они уже не выходят из религии по Корану. Просто целую твои мысли. Спасибо большое. У каждого человека свои какие-то понятия пристойности, я вам хочу сказать. Ну, я думаю, что на том свете мы с вами встретимся, обсудим, если что. Увидим, кто где окажется в итоге. Кто в раю, кто в аду, и поговорим. Да? Вот. Пока что будем наслаждаться жизнью и не будем рассуждать на эту тему, что такое пристойность, а что такое нет. А может и будем, но я не хочу. Я все-таки думаю, надо смотреть на результат, который будет уже, когда мы окажемся в мире ином. Так, ребят, давайте мы закончим с вами тему ислама и мусульманства. Я считаю то, что религия — это дело каждого, вера — это дело каждого. Вот, даже если кто-то сейчас не носит там платок,
да, не носит там какие-то там дела, татуировки и так далее, но как бы, да, есть и вера в тому, что в итоге рано или поздно человек к этому придет. Поэтому я думаю, что всему свое время. И сейчас осуждать человека за то, что он сделал такой-то, тот или иной выбор, это его личная линия жизни, и осуждать этого не нужно, да? Я считаю так. В принципе, все правильно, да. Мусульманки не делают татуировок. Мусульманки носят платок. По Корану это действительно так. Но не будем, да, так как бы рассуждать над тем, потому что жизнь у нас меняется, и течение жизни у нас сейчас другое. И люди у нас совершенно другие, нежели которые были еще вот в те времена, да, то есть когда у нас еще создавалась религия, когда у нас создавались все эти моменты, все эти правила, были другие люди, были другие жизненные течения и так далее и тому подобное. Говорю, как есть, за себя. Я не говорю за своих подписчиков ни в коем случае. Я сказала, что мне ближе ислам, религия. Что я неправильно сказала, не знаю. Мне кажется, я все нормально сказала. Ислама и мусульманства. Я не хочу на нее рассуждать. Это реально больная тема для многих, да, действительно очень больная тема. Потому что, ну, как бы, если, например, есть люди, которые соблюдающие религии и так далее и тому подобное, это вообще не должно быть в интернете, не должно быть для кого-то. Вот для всеобщего такого обозрения религия всегда должна была оставаться личным делом каждого человека. Про хорошее. Но религия это тоже неплохое, тоже хорошо. И пускай каждый выберет себе то, что ему нравится. Скорее удобно, да, скорее очень удобно, на самом деле, очень быстро ты укладываешься, очень быстро ты собираешься, это очень круто. Люблю твои прямые эфиры. Спасибо большое. Спасибо. Собираешься убирать тату? Ой, блин, ребят, пожалуйста, про тату не надо. Уже 158 вопросов. Все, я решила, я сделаю пост. У нас другая тема, знакомство на Тиндере. Интересно, через сколько я найду себе мужа на Тиндере, не знаю. В итоге решила, что зарегистрируюсь на Мамбе. Надо на Мамбе буду зарегистрироваться еще. Пошла я по сайтам знакомств, короче, ребята, конкретно. Я чувствую, будет очень весело найти. Два вернешься, не знаю, нет, скорее всего. Mm-hmm.
Спасибо большое. Была свадьба или просто расписалась с бывшим? Была свадьба. Только о сексе спрашивают. Ну да, тоже немножко позаколебывает, когда только о сексе разговариваешь. Ты такая добрая, оказывается. Ну да, бывает. Не, бывает на самом деле не всегда добрая. Очень часто людей злит, что, особенно моих подруг, которые считают, что я добрая, и когда у них не получается мной манипулировать, и я им отказываю, они очень сильно бесятся. Я очень часто это начала замечать. Вот. И мне, кстати, это на самом деле доставляет огромное удовольствие. Вот. Когда люди думают, что ага, сейчас я ей сманипулирую, а в итоге сманипулировать не получается. Это истинное блаженство. Мне нравится твоя тату, мне самой нравится, поэтому, скорее всего, я буду его переделывать. Знаешь, не подруги, раз манипулировать пытаюсь, я тоже так думаю. Точнее, я очень часто в этом убеждаюсь. Все такое крутое каре, спасибо. Мне тоже очень нравится. Так. Почему не спишь? Потому что всего 10 часов. Куда спать? Время-то детское еще. У меня тоже была такая, отстранила ее со временем. Угу. А! Мамуль! Мамочка, во сколько завтра мы выезжаем? А? Стоит ли идти в дом 2 в 18 лет? Какая разница, во сколько ты пойдешь на дом 2? Попробуй. Не понравится, можешь сюда уйти. Не пройдешь, ничего страшного. Сначала пройди просто кастинг. Шторы классные, мне нравятся. Мне тоже, вы знаете, такой стиль дачный. Такие миленькие шторки. Так, Ульвиден, слушай, ты сегодня целый день не писала гадости, всякие разные. Сейчас ты спрашиваешь, где я буду работать. У тебя все в порядке с головой? Скажи, пожалуйста, человек. Так, у меня подруга там была по поводу гадания с кофейной гущи их. Угу. А, очень идет стрижка, спасибо. Так.
главный человек мне сегодня целый день писал гадости, теперь спрашивает, где я буду работать. Так интересно наблюдать за мной, я смотрю. Что ж такое происходит, интересно, с людьми? Я таких людей не понимаю. Вот если мне не нравится человек, к нему не захожу на эфиры. Вообще, вот даже не сижу там. Двиден, ты не писала мне сегодня гадости, дорогая. Так. Вот. Виктория тоже писала гадости. Так, певитурки, слепуха моя. Так, пожалуйста, без обзывательств. Но она забавная, кстати. Кстати, на самом деле, мне не особо нравится то, что я слепая. Я хочу реально сделать себе уже наконец-таки сделать себе уже зрение. Такая, как крот хожу. Деток хочешь? Да, очень хочу деток. Ребят, давайте, как бы это смешно, конечно, слепуха, не слепуха. Но... Лазерная операция я делала, кстати, на глаза. Это пипец как неприятно, да? На два глаза. Что ты чувствовала в этот момент? Так, ладно, ребят, до конца эфира у нас остался час... Ой, минута 54 секунды. Я всех благодарю за то, что вы были на моем эфире. Всем хорошего вечера, приятных снов, спокойствия вам, целомудрия. И, в общем, 1 числа начинается мой марафон. Я к нему активно уже готовлюсь.